вас сегодня в эфире программы «Код ученый», Art Hall Television Tel-Aviv. И сегодня у нас презентация книги. Обратите внимание, какая замечательная, какая потрясающая, интересная книга. Уже по внешней обложке видно, что это совершенно необычная, уникальная вещь. Книга, которая называется «Вымыть слона». Автор Зеева. И мы сегодня приветствуем совершенно потрясающего человека. Я очень рад, что мы познакомились. Совсем на самом деле недавно, но я уже обратил внимание, насколько вы необычный человек и сколько всего разного вас интересует, чем вы только не занимаетесь. Это на самом деле удивительно. Вы коуч, вы тренер, вы занимаетесь различными практиками восточной... Как это правильно называется? Я, честно говоря, даже не могу подобрать слов. Нейгон Гбагуа. Нейгон, мы говорим по-русски, так привыкли. А что это такое? Это даосские практики, индийские, даосские, там смешанный источник, очень древний, тысячелетия этим практикам. То есть то, что называют эзотерикой, тайным знанием, оно тайное не потому, что его прячут, а потому что люди ленивы бывают, нелюбопытные, боятся что-то узнать. Вот тот, кто не боится, тот идет ко мне. Я тот адрес. А в чем идея? Это какое-то саморазвитие, самосовершенствование? Это работа с энергетикой, с биоэнергетикой человека. Это простраивание своего внутреннего космоса прежде всего. Балансирование собственных энергий, тонких энергий, то, что называют тонкими телами. Не нужно вдаваться в слова, люди очень... любят спекулировать словами, жонглировать, ничего при этом не понимая и не ощущая. Для меня понимание – это вот не отсюда, а потрохами понять, нутром ощутить эту энергию, работать с ней, взаимодействовать с ней, балансировать ее, наполняться и очищаться ежедневно. Чистить зубы – знаем, что нужно. Кушать, питаться – знаем, что нужно. Каждый день, не по разу. Вот это такая же гигиена и питание тонких тел. Вот эти ежедневные практики. То есть? По-простому. Цель этой работы – прийти к какому-то равновесию? Цель этой работы – благополучие жизненное, личное, собственное прежде всего. А потом, как говорится, когда доктор сыт, то и больному легче. Когда человек хорош, ровен, благостен, гармоничен, когда все у него хорошо, когда он живет с улыбкой. Вот простейший показатель пробужденности, просветленности. Человек по жизни веселый. Вот тот, кто корчит постную физиономию, изображает большую святость. У нас таких много в стране. Ну, мы таких вот людей называем тартюфами обычно. Ничего там общего нет с духовностью. Духовность весела. Потому что человеку по жизни хорошо, он радостен, это его естественное состояние. То есть, конечно, бывают у всех, даже у святых, какие-то вещи, которые их выбивают. А отличие только в том, что когда человек, который собой не занимается и ничего про это не знает, у него случается какой-то выброс, вот качели будут такие, амплитуда маятника. Куда-то его кинуло, повело, что-то случилось, горе, несчастье, прореагировал. Даже у святого есть эти качельки, но они вот такие, их никому не видно. Остальным людям кажется, что вот он сидит на облаке, вот, благостный старичок, у него в жизни ничего не происходит. Происходит просто реакции у него другие совсем. Естественно, то, что другому судьба дает как... Ну, кирпич по физиономии. Человеку, который занимается достаточно маленького укольчика, он уже понимает, сюда не надо. Ну, это можно определить надо как умение то, владеть собой? Это умение слушать себя. Что значит владеть? Если имеется в виду контроль, то нет. Нет, это слушать себя. То есть свобода – это осознанная необходимость. Когда ты понимаешь, что правильно, что надо по жизни, вот куда тебя душа ведет, не сопротивляешься этому внутреннему голосу, то практически у тебя нет вариантов выбора. Вот толкует о свободном выборе. А что выбирать-то? Я же понимаю, что надо. Выбирать – это когда я не понимаю. И я задействую думалку, начинаю взвешивать, а с одной стороны, а с другой стороны. И все это уже неправда, потому что душа в первый же миг знает.
Как только мы не услышали душу, включается эго, включается думалка и начинает пудрить нам мозги. Это очень интересно, потому что я всегда был уверен, и как бы нас так воспитывали, что думалка – это первое, что должно работать. Вот поэтому я в семье была такая младшенькая, хотя я старшая сестра, мы двое с братом. Но брат всегда был такой директор, он с 6 лет знал, что он будет директором. А я какая-то такая, вот, к сожалению, нет, он слишком на этом зациклился. Ну, не будем об этом. А я всегда была такая, как бы, носила меня по полю, туда-сюда. Давайте мы ближе к книге. Первое, на что я сразу обратил внимание. Книга на русском языке. Она рассчитана на весь русскоязычный сегмент, я так понимаю, что во всем мире. То есть везде, где есть русскоговорящие люди, которые читают на русском языке, но при этом в ней есть очевидное влияние иврита. Очевидное, очень много. Даже в заглавии вы подписываетесь именем Зеева вместе с ивритом. Насколько это доступно будет для понимания тех, кто не знаком с этим языком? Надеюсь, что эта шалость будет принята хорошо, потому что, во-первых, она имеет ограниченный удельный вес в книге, во-первых. Во-вторых, есть много людей, которые любят лингвистические игры, и я в том числе к ним отношусь. Поэтому, когда я приехала в страну, было очень интересно соединять, рифмовать слова из разных языков. У меня это хорошо получалось. Тем более по студенчеству всегда это были капустники, я писала тексты. И это продолжилось здесь уже в более зрелом возрасте. Какие-то домашние спектакли. Ну, я как владеющий ивритом человек получил удовольствие, конечно. Да. Я понимал сразу, о чем речь. Это было первое... Та публика, на которую рассчитана. Собственно, это писалось все для себя. Я же в писатели-то попала случайно. Это ваша первая книга? Да. Просто это писалось для себя, для друзей, для удовольствия. И, в общем, весь раздел шалости вот из такого и состоит. Хотя туда дописывается и в последнее время что-то современное. Все же я позволю себе вопрос. Вы подписали книгу только именем Зеева. Вы специально скрываете фамилию? Нет, просто я думаю, что она не важна, не так нужна и немножко отвлекает. Имя, оно такое простое, емкое, короткое, запоминающееся. Мне кажется, это просто Торем ла Авера. Как это по-русски? Как это будет по-русски? Это помогает создать атмосферу веселья и некоторой таинственности, сказочности. И вот эти шалости дальше раздела, собственно, шалости не идут. Остальные два серьезных раздела, они сугубо русскоязычные. Да, книга действительно обратила внимание, что она начиналась с шалости. То есть первые главы, они действительно такие шаловливые. Я с большим удовольствием прочитал книгу от начала до конца. Вчера пытался прочитать второй раз, но просто не успел. Ну, у вас еще все впереди. У меня еще все впереди. Она не читается на одном духе, поскольку это не роман, это не какой-то длинный рассказ, и это вообще не рассказы. И я изъясняюсь исключительно малыми формами. Не потому даже, что краткость сестра таланта, но она точно сестра доходчивости. О таланте Согласен. Судить не мне. Но больше странички вы здесь и не встретили, ни одной вещицы, будь то проза, будь то стихи. Это из разряда тех книг, которые можно открыть на любой странице. Вот. И очень удачно попасть на то, что тебя сподвигнет на сегодняшний день, на сегодняшний подвиг, на сегодняшний путь. Уже люди мне говорили, что открываем и гадаем по книге. Да. Это у кого-то из классиков был описан такой прием гадания, по-моему, Толстого. Я могу понять, потому что сама я этим баловалась и бывала. Еще в студенческие книгам. Годы? Да, скорее вот. Зеева, мне бы хотелось познакомить наших зрителей, наших слушателей больше с вами. Ну, первый такой традиционный вопрос, что называется, «Камазман от Барец». Сколько лет вы в стране? С 90-го года, давайте не будем уж так считать года, ну. Вот я назвала дату. 31 декабря 90-го года мы приземлились здесь, в аэропорту. Откуда вы приехали? Родилась я в Белоруссии. Училась я в Сибири, в Новосибирске. Замуж я вышла в Тверь, Витя, бывший Калинин. Ну да.
Ну, вот такая география. И по образованию вы музыкант? Да, с 6 лет я провела все свое детство, что называется, спустила его под рояль. Но это дало большую дисциплину, это дало какую-то реализацию. Я всегда знала, что буду музыкантом, я с детства... Замечательно, потому что у моих родителей этот номер не прошел. Участвовала в конкурсах, я была такая конкурсная лошадка для своей музыкальной школы, висела на всех почетных досках, была такая отличница, которая без разрешения на улицу гулять не ходит. Ну, в общем, я настолько изменилась, что... Ну, я так понимаю, что музыка в вашей жизни, она присутствует и сейчас, и будет присутствовать всегда. Вы музыкант. Да, просто она изменяется, музыка все время меняет свои обличия, формы, жанры. То есть вы сейчас играете на тех музыкальных инструментах, которые используются для медитации, для душевного равновесия, это чаши, этот... Как он правильно называется? Использоваться они могут пандам? Для чего угодно. В Израиле это пантам, международное название. В России говорят ханг. Ханг. Где-то еще говорят хандпан. Каждый мастер немножечко называет по-своему. Сегодня уже очень много мастеров в мире. Когда я этим занялась, нужно было 2 года ждать очереди, чтобы получить инструмент. Их уже делают в Израиле, кстати, есть мастер. Делают в Израиле. У меня пантамы израильского мастера, роскошные совершенно, Йонатан Бар. Я мечтаю послушать. Я, к сожалению, не попал к вам на последний. 2 дня назад вы имели возможность. Ну, ничего, будет еще. Не имел возможности, к сожалению.
Thank you.
будет Окей. еще. Возвращаемся снова к книге. Мы видим слона. Первое, что мы видим, это слона, и книга так и называется «Вымыть слона». И что очень интересно, она сразу оформлена в индусском стиле. То есть слон как такое божество индийское. Да, тут сходство с Ганешей. Я бы-то не вмешивалась, но это так захотела увидеть художница, я не возражала, почему нет. Вы тогда уж поверните задней обложкой. Да, сейчас мы до этого тоже доберемся. Соответственно, вот это уже моя идея, потому что вперед был ее. Вот, соответственно, если у слона есть голова, если слона нужно мыть, то мыть его нужно, соответственно, целиком. Да. То есть, как бы все мы знаем, что у слона при всем его великолепии, замечательном хоботе и бивнях обязательно есть еще и слабое место. И массивная задняя часть. Ну, да, да. Да. Вообще слон здесь присутствует как аллегория. Это наше бессознательное, это все темное, что мы в себе носим, иногда страшное, тяжкое. То, в чем мы не хотим себе признаваться. Каждый хочет думать, что он белый и пушистый. Но это не так, потому что иначе мы бы на землю не приходили. Мы приходим для каких-то своих уроков, получения своих впечатлений, отработок, решения задач, души прежде всего. Я думаю, вас уже не один раз спросили, что означает вымыть слона, почему именно так называется книга. Вот очистить все это, все эти обиды, неприязни, разочарования, тяжкие чувства, травмы, которые получены нами, может быть, даже не в детстве, а в прошлых жизнях. Вот весь этот слон, которого мы таскаем, ну, почистить его надо. То есть у каждого свой слон? Естественно. Для этого надо дать вот этому черному всплыть. Ну, а как родилось вообще название? Это связано с этой старой любимой шуткой на тему «Хочешь что-то чистого и светлого?» А вот я взяла это эпиграфом в книжку. Да. «Хочешь большого и светлого? Пойди в зоопарк, вымой слона». Ну, слона в себе нужно сначала достать, выковырить его и посмотреть, не боясь, посмотреть в зеркало. Знаете, как человек приходит ко мне на коучинг? У него проблема, ему болит, ему зудит, ему свербит, он хочет как-то избавиться, решить. Но он хочет, чтобы вот другие, которые делают ему эту проблему, перестали бы так себя вести. Но они же не перестанут. Стали бы хорошими. Вот. А проблема-то в человеке самом. И вот когда я его беру, условно говоря, за плечики и пытаюсь подвести к зеркалу, чтобы он посмотрел себе в глаза просто. А человек делает вот так. Он не хочет. Он... И вот пока он сам не согласится на этот прямой взгляд, чудо не произойдет. Вот это вымыть слона, это трудно, это страшно. Не знаешь, взяться, вот там стоит эта маленькая девочка с ведерочком крошечным и смотрит. Кстати, на это. Замечательная совершенно иллюстрация. Мы еще поговорим обязательно идея. Об этом. Да, две чудных художницы работали 2 года. Был конкурс, издательство провело среди 4 художников. Вот мы отобрали 2. Одна Стейси Ковнер, замечательная. Знаете, если уж мы коснулись этого вопроса, давайте мы всю вот эту вот важную часть сейчас расскажем. Расскажем, и да, конечно. Мы поговорим о издательстве, о художниках, о дизайнерах, о всех, кто сопутствовал и помогал рождению книги. Начнем тогда с креативного агентства «Компот». Это Ирина Либов и Юлия Голанцан, которые собрали мне книгу. Я просто сказала идею, перевела им вордовские файлы. И вот вся эта верстка, весь этот замысел, разделение книги на разделы, на главы, там очень много мелких-мелких вещей, от однострочных афоризмов, это от каких-то крошечных стихов. Это еще Израиль или это уже? Это все в Израиле, креативное агентство «Компот». Они находятся в Ашдоде. Они просто гениально работают, совершенно. Они приняли этот проект как свое детище. То есть у меня была великолепная команда единомышленников. Вот спасибо высшим силам. Вот для этого я каждый день занимаюсь. Для того, чтобы приходили вот такие люди, вот такие благоприятные ситуации. То есть Бог дает, когда слушаешь. Книга была издана в России? Нет, книга была сделана здесь. Вот вся идея книги, верстка, поиск художников осуществили агентство «Компот». Вот потом пришли 2 девочки замечательных. Стейси Ковнер, которая создала обложку.
которая создала вот эти мандалы, она просто рисует их из головы. Это что-то фантастическое у нее, калейдоскопическое мышление. Вы тогда уже не торопитесь, вы показываете это немножко медленнее. Да, хорошо. Вот то, что под обложкой, это тоже сделала Стейси Ковнер. Оно симметрично. Не могу зацепить. Вот так это выглядит. И внутри там кое-какие образы она создала. У меня там скетчи есть смешные о духовных людях, как у нас в Израиле называют рухники, которые глубокомысленно изображают святость. Но не будем. И львиную долю сделала другая художница, Юлия Мастеровая, в теснейшем контакте со мной. То есть, можно сказать, я сидела у них вот здесь. Фамилия Мастеровая, я просто смотрю, что здесь написана другая фамилия. Ну, там связано с замужеством, с фирменем Юлия Новосильская, Юлия Мастеровая, наверное, ее можно найти по двум именам. Вот самое интересное, что мы не были не только знакомы с художницами, я даже не видела их лиц на фотографии, но была договоренность такая, что мы работаем в тесном контакте через Ирину, через агентство «Компот». Она очень хорошо понимала, слышала мои идеи, передавала. И они воплощали, я говорила, нет, не то, давайте снова. Все это безропотно переделывалось, иногда по 3-4 раза. Огромная работа. Но впечатление теперь такое, что вот я это нарисовала. Я рисую, как курица лапой. Но рисунки как будто вырастают из текста и вплетаются в него, и влияют одновременно на текст. Это такое взаимодействие фантастическое. Я просто супер довольна тем, как все это воплотилось. Замечательно. И потом уже макет был отправлен. И потом уже все это в готовом виде отправлено было для печати в Санкт-Петербург. Там вот технически это все решили, сделали, великолепно исполнили. Ну, задумки все родились здесь. Так что израильская книга, несмотря на... То есть все-таки наша доморощенная? Русский язык, да. Это очень приятно, да. На самом деле. Мне нравится уже предисловие от автора. И сразу пишется, что в книге можно найти все, что угодно: фривольные стишки, мистические откровения, лирическую поэзию, провокативную прозу. И еще интересно, что не обманула, уже... Не обманула, правда? Все нет, есть. Абсолютно нет. Все это нашлось. И что интересно, уже прямо на обложке книги она заявлена как юмор, поэзия и дзен. Как эти вещи вообще... Ну, юмор и поэзия, я могу себе представить, как они между собой совмещаются. Дзен для меня пока, в общем-то, очень сложная категория, которую я не очень хорошо понимаю. Ну, что такое дзен? Это наблюдательный взгляд, наблюдающий взгляд на действительность. Это существование в осознании, в идеале в непрерывном осознании. Ну, когда непрерывно осознаешь каждую секунду, наверное, тебе уже пора туда. Но в идеале вот это да, чем больше ты осознаешь себя в моменте, вот сейчас я... Что делаю? Да? Сейчас я бесполезно, например, спорю с кем-то. А надо ли? А сейчас я разозлился. Ну-ка, посмотрим, сколько я смогу злиться, одновременно наблюдая себя злящегося. Ну, летучится быстро, смешно становится, да? То есть вот эти вещи на словах, они как бы или очень легки, или невыполнимы. А... Все зиждется на том, что ты получаешь под это энергию. Вот этими ежедневными практиками ты начинаешь лизамен приглашать в себя огромное количество дополнительной энергии, которых у тебя не было раньше. Уже просто сев в медитацию, расслабившись, человек получает тонны дополнительной энергии. Уже тем, что он... не разговаривает. Вот сейчас мы с вами энергию тратим очень сильно. Уже помолчав, время, вот наверное, эти практики молчания, время, да, они накапливают как огромное собирать, так количество и энергии. Вот. Как в Экклезиасте сказано насчет камней, наверное, так же с энергией. Вот эти все вещи, они делаются не словами. Вообще истина неизъяснима. Ее нельзя объяснить словами, ее нельзя пощупать. Но вот ее можно вот так тихо нарабатывать сам собою. А потом уже это может воплотиться в слова. Я пишу в книге, что мы все говорим об истине более-менее неуспешно. Ну, как-то, кроме слов, что у нас есть для того, чтобы приблизиться к истине. Молчание лучше всего. Ну, а слова каким-то образом нас подводят. Знаете эту притчу?
Мастер говорит: я показываю тебе луну, а ты, дурень, смотришь на палец. Смотри на луну ученику, да? Вот эти слова, это как бы палец, который показывает на луну, в том числе вся моя книга. Она к этому подводит, она разворачивает, она дает задуматься о том, что истина-то она здесь. Нужно ли понимать, что эта книга – это вообще учебник восточных практик, самопознания, который изложен доступным языком, где-то с юмором? Ни в коем случае. Вот, ну подумайте, самопознание по чужому учебнику, возможно? Ну, самопознание зачастую происходит с учителем, с тем, кто ведет. Вот это вот смотри в пуп, да, смотри внутрь, смотри в себя. Учитель может тебя развернуть к этому, подтолкнуть. Может сильно дать по балде. Учитель может с тобой об этом поговорить иногда. Вообще-то наш учитель жестко с нами обходился и говорил: я практик. И, ну, китайский мастер просто, если ты начнешь разговаривать, он возьмет палку. Наш мастер палку не брал, но, тем не менее, разговоры всячески пресекал. Мне это безумно мешало. Я была умственная такая дама, которая не прочь поговорить, как вы видите, у меня это и сейчас осталось, ну, значительно меньше. То есть вот это вот молчание вынужденное физическое, оно потом перетекает на молчание внутри. Я поясню, что я имел в виду, извините, перебиваю. Вы сказали, что вы как коуч работаете, как тренер, как человек, который ведущий, не только ведомый, ведущий, работаете еще с людьми. Можно ли считать эту книгу как вашу попытку как бы транслировать возможность вот так помогать сейчас людям? Сейчас скажу. Вы меня назвали тренер, это немножко не то слово. Ну, возможно, учитель, я еще скажем, не очень преподаватель хорошо разбираюсь. Тоже не то. Вот преподаватель я фортепиано, а учитель вот этих энергетических практик. Учитель будет самое верное слово. И учитель не обязательно учит словами. Учитель создает тебе такие условия, чтобы ты в это пошел. А ощущение такое, открываешь дверь, а пола нет, и надо делать шаг. Это действительно страшно, реально, когда ты понимаешь, куда ты пришел. И вся эта книга, она не описывает это, она изнутри заставляет это проживать. Даются здесь какие-то так рецепты счастливой жизни? Их там полно на каждом шагу, а вопрос в том, человек что увидит, что он сможет в книге увидеть. Потому что мы видим только то, к чему мы готовы, что есть уже внутри вот нас. Вот где-то вот эта фраза мне попадалась в предисловии. Я думаю, что я должен найти буквально с первого раза. По себе знаю, иное слово или фраза, встреченные в чьей-то книге, могут как вспышка осветить глубокий колодец, тупик, из которого уже не чаешь выбраться. Вот оно, я это знаю. Вот именно об этом, по-моему, вы сейчас говорите. Вот когда спустя там пару лет позанимавшись, я открыла Кастанеду, я начала понимать, что он говорит. Это не какие-то там сказки, байки, а так это же братья наши, они же все то же самое делают. Вот сейчас у меня точно в голове какое-то что-то переклинило. Кастанеда, он совмещается с дзеном. Дзен я знаю хуже, Кастанеду я читал. Чем бы человек ни занимался, если он занимается как следует, серьезно, да, не по пятницам что-то там делает на коврике, или это йога, или это, не знаю, китайская астрология, или это балансирование камней, или это любые там практики суфийские, что угодно. Если он по-настоящему делает, все это об одном. То есть неважно, какие слова, я все время в книжке подчеркиваю, слушай то, что за словами, слушай энергетику текста. Вот эта байка про двух мудрецов, которые должны были встретиться, и ученики жаждали побыть вот вокруг них, записать всю эту мудрость. И они, наконец, сошлись на какой-то пыльной дороге, два мудреца сели, 2 часа друг другу блаженно поулыбались и молча разошлись. Они друг друга понимали. Вот не нужно было этот разговор, да? Честно, я получаю огромное удовольствие сказал от общения человек, с вами, написавший книгу. Получаю большое удовольствие от разговора, но мы упускаем один важный момент. Давайте мы что-нибудь прочитаем из книги, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я смотрю, вот у вас целый... Что бы вы сказали? Нет, это совершенно все другое. Это после книги. Если бы дошла до этого. Давайте так. Здесь еще в книге, как бы в самом предисловии, сказано 30, 40, 50. То есть имелось в виду, что в каждом возрасте человек, он несколько иной. И вы это объясняете, что в 30, по-моему, человек, он еще как
Играющий щенок, если не ошибаюсь. Скажу, что имею в виду, да. 30 – это возраст надежд, свершений. И пока что еще вот прыжки перед зеркалом. Поиск удовольствия, избегание боли – это вот главное, ведущее вообще в человеческой жизни обычно. В 40 все-таки уже человека настигают какие-то кризисы и начинаются раздумья. Ну, условно говоря, конечно, у каждого там свое время, примерно. А 50 – это уже время переосмысления. Либо человек что-то понял и раскрылся, и пошел дальше, либо он уже начинает идти вниз. Хорошо. Доживать. И вот в свете вот этого вот предложения, вот чем можно представить из книги вот этот возраст человека в 30 лет? Ну вот в 30 лет у меня сплошные хахоньки. Вот с них и начнем. Давайте. Что почитать? Я не знаю. А на выбор открывайте. Мы же с вами говорили с самого начала, подскажите, что это как раз книга, которую можно открывать на любом месте. Новогодние в год змеи. В год змеюки подарю милому признание. Я и по календарю, я и по призванию. Ну, такое. Грешки мне показалось очень интересным. Грешки, вершки и корешки – это целый раздел. Ну вот из Пушкина, например, песня некрофила. «Мороз по коже, день чудесный, ты не проснешься, друг прелестный». Но не все так мрачно. Песня Патента. «Я вас любил, я вас еще, быть может». Ну это... Есть и крепкие выражения в книге, есть очень нежная лирика. Я бываю всякая, я очень разная. Ну, поэтому... Я вижу, что вы не отказываете себе иногда в удовольствии. Да, да. О пользе хвоста. Хоть нежных чувств не выражает, поэту хвост нужней всего. Он в стих хвостище наряжает, как африканец божество. Но если даму поражает павлиньей роскошью греха, то вмиг бессмертие стяжает и без единого стиха. Вы знаете, когда я был у вас на квартирнике, когда первый раз как бы столкнулся с книгой, слушал из нее отрывки, на меня совершенно неизгладимое впечатление произвели японские хокку или хайку, что там было? Хайку. Я так понимаю, что они были написаны к случаю. Это стилизация, это не совсем... Да, это... К 40-летию моему было. Мы не японцы, мы не можем писать настоящие, мы все стилизируем. Смотрите, настоящая хокку — это размер 7.5×7, да. И они у меня тоже есть, но не здесь. А здесь, собственно, припев был: выпьем, ну я не знаю, что-то мы так меня подаем. Просто это было очень весело. Ну, давайте мы перескочим через хайку. Хорошо. И может быть. Вот 40-летие, которое я немножечко написала. Не так. «Как ныне стенает супруг мой Олег, обжорство разгул предвкушая». Это было разослано приглашение гостям. «Полуночный ужин и тяжкий ночлег, касторки бутылка большая. И музыки грохот в поникших ушах, и буйные танцы до света. Опухшие ноги, колтун в волосах, зачем нам, о Господи, это? Затем, что мне 40, о други мои, страдать в кабаке вам за дело. Придя по причине духовной любви, почтить мое бренное тело. Итак, все для пытки готово, виват, испить эту чашу придется. Так выпьем и спляшем, и мордой в салат, а стон у нас песней зовется». Люблю я помянуть классиков. Ну вот, может быть, так. Здесь есть даже песня. Музыканты. Алло, здесь партитура настоящая. Это новогодняя песня, книжка вышла к Новому году, не подгадывали, так получилось. Я уже обратил внимание, что там как бы прописаны функции, партии бас, да, и партии голоса. Да, все что угодно. Ну, левая слова, рука, правая рука и голос. Ну, это такая песня счастья. Музыкант я, конечно, тот еще, но определиться умел. Я знаю про ваши барабаны. Ну, там ноты пишутся по-другому, намного примитивнее. Да. Ну вот, следующий раздел, он очень серьезный, драматичный, в бордовых тонах. Это называется... мы переходим, да? В другой возраст? Да, это уже 40. Вот, love story, number,
И без номера, то есть номер 25, 125, история, которая может случиться с любым и везде, но мы наши драмы считаем единственными в мире, неповторимыми. На самом почему деле, любовные драмы относятся к именно возрасту 40 и плюс? На самом деле, да, пока человек не согласится, что он в мире не единственный, не исключительный, совершенно не особенный, вот эта сдача, это согласие быть собой, быть обычным, простым человеком. Все хотят как-то вот что-то выпендриться, что-то такое изобразить и показать себя не тем, что ты есть. И вот это как раз нивелирует, это как раз делает несчастным постоянные попытки этих доказательств непонятно кому, что я это не я, что я по дороге куда-то, что я вот-вот стану кем-то совсем не таким. У нас уже первый читатель. На самом деле, у нас новый читатель. На самом деле все гораздо проще. Вот это согласие быть я, вот точно это я. Посмотреть на то, что есть, взглянуть себе в глаза прямо. Это такое облегчение, это такое счастье. И именно это высвечивает твою самость, твою особенность, потому что ты не притворяешься. Вот это приходит не сразу, и когда оно приходит, ну, ты просто перерождаешься. То есть вот эти ваши глубокие лирические стихи, они попали как раз на возраст... На возраст переломов, ну, на возраст вот этих возмущений. Кстати, возраст достаточно условный. Ну, это как раз было, да, 40. Это как раз было. И вот вся эта неземная, нереальная любовь, совершенно великолепная, счастливая, успешная, особенная, Бог знает, какие эпитеты. Вот то, как она прожита, то, как она кончилась. Все, слава Богу, разрешилось хорошо, все живы, все драмы так или иначе. Это был огромный опыт, это был огромный урок. Вот после него действительно пошли настолько серьезные тектонические сдвиги. После этого я стала учителем, после этого вот я взлетела, это по личному ощущению. То есть во мне стало так много, что мне захотелось давать. То есть говорит ли это о том, что человек для того, чтобы начать что-то учить, начать подниматься, начать изучать эти практики, должен сначала пройти через какую-то глубокую драму? Я уже тогда занималась, но я не понимала, куда я пришла. А вот когда через эти практики я отработала эту драму, тогда я смогла учить других. Я же найду, чтобы вам показать, почему я об этом спрашиваю. Это тоже где-то было в предисловии, где было сказано о том, что сейчас. Был разговор как раз о том, что человек ищет, чтобы ему объяснили, что и как нужно сделать, чтобы подняться, а на самом деле духовный путь – это удержаться уже на том… Я хочу найти просто точно эту фразу. Даже не знаю, о чем. Это мы сразу уже в третьем, да? Нет, я, наверное, я все-таки отступил немножко назад. Я еще надела не те очки. Да. Если мы прервемся, я тяну правильные. Многие из тех, кто говорят о блаженстве самопознания, о светлых вершинах, умалчивают о неизбежных на всем пути ямах и колдобинах. Это предисловие как раз 30-40-50. Да. Упоминается, как правило, только отправная точка – кризис, когда падать дальше некуда. И тогда я собрался, начал работать над собой, что-то придумал, изобрел, открыл, принял, поверил в себя, переломил привычки и стал заниматься духовными практиками. Все наладилось, стало хорошо. Да. Заблуждение читателя, иногда и самого рассказчика, состоит в том, что достигнутое хорошо можно удержать. На самом деле его нельзя положить в карман или в шкатулку. Сегодняшнее хорошо, если его пытаешься сохранить в неприкосновенности, обращается в завтрашнюю удавку, в тюрьму, страдания. То есть жизнь – это развитие, жизнь – это движение. Страдание – это и есть попытка уцепиться за вчерашнее хорошо. Ну, тут немножечко длинно, но суть ясна. То есть ничего нельзя сохранить. Каждый твой шаг – это… Согласие сызнова потерять равновесие, опять не знать, потому что один и тот же урок не дается дважды. Когда ты что-то преодолел, ты понял, ты поднялся на какой-то новый уровень, все, это уже ты знаешь. Теперь тебе дают снова то, что ты не знаешь, и ты опять дурак, и ты опять новичок, и ты опять должен смиренно вот
То есть нельзя, попав в кризис, совершить какую-то, сделать какую-то работу, выйти из этого кризиса, успокоиться и забыть. Нет, но с каждым кризисом, во-первых, тебе становится понятнее, как с этим справляться. И у тебя огромное количество инструментов, чтобы помочь людям, которые проживают нечто подобное. Ты просто начинаешь видеть все сверху и немножечко отстраненно. Вот как взрывы из космоса, да? Очень красиво представить, что сейчас взрывается Земля, а мы сидим где-то в космосе. И это прекрасное зрелище. То есть ты понимаешь, что у каждого события есть несколько уровней, как его можно воспринять, прожить и... Ну, вот мы сейчас, когда говорили с вами о драме 40-летнего человека, мы как раз подходили к тому, что вы хотели нам что-то прочитать. Я вас, кажется, немножко увел в сторону от этой идеи. Ну, давайте драма-драма. Вот предчувствие такое тяжкое. Упал на плечи март, негаданно подкрался, засушенным дождем, болтливой немотой. То ласками душил, то под ноги кидался, поддатый херувим, растриженный святой. На низких проводах повис тягучей нотой, согнал с антенны птиц и в небо уволок. Коварный месяц март, ты праздник для кого-то, а мне кинжал в ребро, а мне игла в висок. Ко мне и смерть придет однажды на рассвете, когда почти совсем истает месяц март. Запрыгнет на плечо в кошачьем пируэте и цап туда, где нет календарей и карт. Предчувствие беды, предчувствие расплаты. Живу, боюсь вздохнуть, напротив глаз игла. Я знаю, что храню, я знаю, чем богата. И чтобы пережить, я точно не смогла. Пережила. Вот то, что боимся не пережить, обязательно нам дадут. Ну, я по жизни жесткий человек, пусть вас это не пугает. То есть я не удираю от каких-то трудных вещей. Но зато и дается. Скажите, личный такой вопрос, неожиданный, не связанный с книгой. Стихотворение о Жанне д'Арк. Оно было написано после того, как книга ушла в печать? Да. А? Да. Потому что я искал его. Хотите, оно у меня здесь? Ну, я с удовольствием послушал бы его еще раз. Мне оно очень понравилось, запомнилось. «Драконова дева». Да. Тут это не совсем мой опыт, это немножко и собирательный. Я взяла себе имя, как будто взметнув штандарт, и цвета королевского дома на шлем в плюмаж. Но король сплоховал, мы теряем подчас кураж. Он споткнулся, он сдулся, он свой расплескал азарт. Дева Жанна, король твой слабак и не пьет вина. Ах, тебе ли не знать, ты сражалась не за него. Дева теплит веками драконово естество, и драконов творить в свою келью спешит одна. А когда зазвонит тихий колокол дом Реми, позабудешь причины натужных, ненужных битв. Ты увидишь, как яркое солнце в воде рябит, и затянешь счастливую песенку до Реми. Помню, видел эти творения. Произвело замечательное впечатление, на самом деле. Вы собираетесь еще книги издавать? Наверное, да. Пока выходила эта книга, я уже... Пишу вторую, так неожиданно для себя. Я слежу за вами, я вижу ваше произведение. Ну, может быть, не всегда успеваю реагировать, но читаю. У вас хороший глаз. Спасибо. Некоторые следят так, что не хочется. Ну вот, это стихотворение «Упал на плечо март», оно такое тяжкое, оно из раздела «Маятник». Вот начинается любовь, эйфория, человек на небесах. И почему-то спустя короткое время становится тяжко, становится неуютно, вылезают наши ожидания, что-то ты меня не так любишь, как хотелось бы быть. Вы знаете, есть такое ощущение, что существует такая вещь, как стихотерапия, то есть как бы стихотворение, ну, как рефлексия, то есть, когда нужно выговориться, когда нужно... На этом этапе это просто чистка, да, вот это такое творчество, оно, ну, не совсем чистый источник имеет. Это именно вот выплюнуть, выболтнуть черное, что иногда одолевает. И вот этот маятник, когда от благости тебя шарахает в такие черные бездны, вот на соседней странице стихотворение совсем другое. День, когда была с тобой, день прозрачный, день хрустальный, колокольный, карнавальный, голубиный,
голубой. Обернись на нежный зов, не прощайся, день чудесный, ты янтарный и древесный, весь медовый до краев. День, когда была с тобой, клавесина воркование, тогда еще не было клавесина, в душе уже было. И как долгое прощание, тих и сладостен гобой, пламенеет дальний край, близ еще закат тягучий, день волшебный, день мой лучший, задержись, не отпускай. День, когда была с тобой, пьяный день, вишневый, темный, винный, терпкий, влажный, томный, день любовный, день любой. Браво. Маятничек. Это замечательно. Ну вот, и через все перипетии, хотите, назову вам название разделов, потому что они примечательны. Вот внутри этого... Вы опережаете мой вопрос, но на самом деле, да, мне хотелось. Потому что здесь такая схема, вот смотрите. Это просто дневник вот всего того, что проживалось. Там иногда под стихотворениями не просто дата стоит, а, например, 2:58 ночи стихотворение. Просто они раз и выливались, я не пишу долго. И вот и Love Story. Первый раздел — «Эйфория». 4 стихотворенница. Это «Маятник». Мы до сих пор говорим о 40. Да, вот Love Story, да, 40. Угу. «Маятник» 25. Вот это основная вот эта раскачка перед взрывом, который обязательно должен случиться. Обязательно. Человек думает, боже, за что, почему? Это просто программа, но мы не знаем этого до поры. «Катастрофа» 2 стишка. Второй храм, 3. То есть это осознание, что надо заново себя строить. Надо... Вот я была как кошка на асфальте, ошметки. Даже не задавленная кошка, которую грузовик, а на куски разорванная. И второй храм строится. Следующий — тяжесть неба. Уже штук 10 стихотворений. Вот строится это небо опять... Ой, я хочу показать вот эту. О, она прямо у меня открылась. Вот эта иллюстрация замечательная. Я же сидела на загривке у Юли и говорила, как ей тяжко, у нее лопаются сосуды на руках. Нарисуй некрасиво, нарисуй несимпатично, нарисуй мне непривлекательно. Ну вот, по-моему, она замечательно сделает это кровавое платье. Это очень тяжелая работа — строить себя заново. Потом есть кусочек такой «Немезида», и там 5 стишков, когда возвращается, как, казалось бы, уже отработано, отпущено, все прощено, все закрыто. Никогда не бывает с одного раза, это большой период времени. «Немезида», вот «Мстительность» возвращается. Угу. А тоже хочу показать иллюстрацию. Да, иллюстрация в этой книге — это совершенно уже отдельная история, они настолько уникальны. Вот она, «Немезида». Да. И в этой же «Немезиде» уже проклюнулся вот такой стих. Это раздел. Да, «Немезида» — это раздел. Да. «Ни хрена не мать Тереза, в чешуе, как жар горя, антипод я, антитеза для соплей и политеса, зря ли езжу за моря?» За моря переселился наш мастер, в конце концов. «Свет в ночи, в жару прохлада, совмещая все и вся, и ашрам я, и торнадо, ни огня, ни водопада, ни дерьма, ни шоколада, не боюсь и не гнушаюся». И вот такой дракон. Вот она, «Драконово дело», да? Вообще произведения, которые вошли в книгу, с какого периода они начались? Самые ранние? Ну, ранние еще могут быть студенческие какие-то. Оно же не планировалось изначально, что это выйдет книга обязательно? Ни в коем случае. Решение о книге было принято в 2018 году, и делалась она очень неспешно. И уже когда она была сверстана, и началась наша с вами приятная ситуация... Ну да, которая никак не закончится. Я еще дописывала, у меня вдруг все поперло, вот это невозможно не откликнуться. Я дописывала и звонила, говорила: «Ирочка, не бей меня, ты уже закрыла, а у меня вот ночью написалось, вот можно?» И она как ангела набрала, подверстывала, и еще, и еще, и еще. И вот всем так, бы таких редакторов и изданий. Да, потому что да, подписывают контракт, что вот после подачи. То есть вот креативное агентство «Компот», ну это... необыкновенные люди, от всей души
хвалю, рекомендую, обожаю. Мне почему-то показалось, что так визуально, я буду перечитывать, конечно, еще книгу, что большое количество стихов пришлись на 17-й год, я ошибаюсь? 17-й год звучит так революционно. Не знаю, 2000, не знаю. Соответственно, 17-й. Ну, я бы очень хотела почитать из третьего раздела, потому что именно он подвигнул меня принять решение о книге. Так, сначала потому мы поясним, это я сегодняшняя. Что такое третий раздел, да. Что он означает, почему он именно такой, и тогда уже на подготовленную аудиторию. Ну, давайте подготовим. Читать. То есть все было понятно, хахоньки, да. Хихоньки. Мы начали любовь, с хахоньки, морковь. Потом у нас была любовь, страсть. Да. И все сопутствующие этому тему, то есть тема, то есть кровь, любовь и риторика, как оно и положено. А можно я прочитаю, как вот я завершаю этот цикл? Потому что это, собственно, переход к третьему. Сделайте одолжение. К совершенно иному пониманию жизни, судьбы, себя, других людей. Я дерево. Дерево – это отдельная тема. Деревья – великолепные наши друзья. И обнять дерево – это просто получить столько энергии, любви и счастья. Умеючи эту энергию взять, вот просто живи рядом с деревом, и будешь всегда в порядке. Я дерево. Корой покрылось сердце, решившее взрослеть. А руки ветви, хлеставшие тебя, себя, наотмашь. В лицо и по глазам бесплодно жесткие, испещрены корявыми рубцами, зажившими вполне. Я дерево, сухая деревяшка, цинизмом, как смолой, заполнив щели, законопатив трещинки и ямки, скрипучей песней тешилась, злословьем. Я зло сощурясь, с Богом торговалась. И мнилась, с Богом мы договоримся, ведь я умна и следую ему, по крайности тому, что понимаю. Но штука вот в чем. Божья справедливость не человечьего у Мишка дело. Мы счет свой мелкий лавочный ведем, чтобы ублажить немного злое эго. Я дерево. По венам кровотока весна нещадно гонит муть и взвесь, и вековые отложения соли от старых жгучих слез, и липкий мусор великой правоты. Сегодня вдруг до сердца донеслось потока пения. Неважно, что несет он ил и прах, вода поет и корни омывает. Все в трещинах от въедливой, стервозной, ненасытимой желчности ума. Блаженно омовение ног корней соднит и жжет и возвращает к жизни. Я дерево, могучий старый ствол, весна покрыла порослью нежнейшей. Теперь могу себя тебя простить и лесом стать, найдя успокоение, и руки ветви в космос окунуть. То есть вот этим стихотворением мы подводим итог. Это просто мостик. 40. Это мостик уже к третьей части, которая называется «Поверх барьеров». То есть вот сломай какие-то барьеры в себе. Я говорила, прострой свой внутренний космос. И тогда ты начинаешь как концентрические круги испускать вовне и уже влиять на внешний мир, на ближайшее окружение, на более дальнее. Это все расходится. То есть то, что мы посылаем в мир ежедневно, вот я прямо объясняю, что это за дзен, то к нам возвращается. И именно важен первый посыл. Вот в йоге как? Сначала выдох, потом вдох. Что ты посылаешь? Не жди вот, а вот вы меня полюбите, я такой буду, знаете, какой хороший. Вы меня вот погладьте, вы мне дайте. Нет, сначала я даю. Сначала я хочу дать, потому что у меня много. Я видел стихотворение на эту тему в разделе 30. Насчет йоги. Как человек пытается сконцентрироваться на сердечной чакре, при этом думает о долларах и... Да, о вот всяких материальных благах. Это реальнейшая совершенно вещь. Вот человек хочет медитировать, выгнать мысли. Не надо их выгонять. Вот дай им место, сиди, наблюдай. Просто сядь на коврик, грубо говоря, замолчи. И дай всему всплывать. И сначала будет всплывать, и поразишься, сколько и чего. И если не дать ему всплыть, то бесполезно с ним бороться, бесполезно пытаться избавиться. То есть мы должны честно посмотреть на то, что есть,
прежде чем что-то там отрабатывать, отпускать, выпускать и что-то такое в себе менять. Сначала надо признать, да, вот он я, не белый, не пушистый, вот моя злость, вот моя зависть, вот мои обиды, вот мои комплексы, вот мои какие-то ожидания совершенно необоснованные. Я все же спрошу, у просветленного и просвещенного человека все это тоже есть, и он полностью избавлен? Он не полностью избавлен, но он настолько очищен, насколько он готов открыться и очищаться. И это каждый день. Каждый день. Потому что налипает, нарастает. Вот въезжаешь в город Тель-Авив, он такой нервный, уже чего-то нацепил на себя, да? Не обязательно это какие-то взаимоотношения, просто летает в воздухе, носится. Тут страх на больную мозоль наступили. Подавленность общая, нервозность. А мы в этом коктейле плаваем, поэтому, конечно, хочется уединиться под деревья, на берег моря, в горы, да, почему? Почему так хорошо в лесу и так плохо на подземной автостоянке? Ну вот она энергия, это реальные совершенно вещи, которые ощутимы, их чуть ли не рукой можно потрогать. То есть то, о чем мы говорим, непросвещенные люди, что это шелест деревьев, что это птичий какой-то гомон, что это свежий воздух, это на самом деле... Непросвещенные, просветленные. Давайте не будем жонглировать словами. Извините. Но вот я пишу, что книга для ищущих и практикующих, да? Угу. Но если так смешно по-простому сказать, то ищущий, это который нашел с помощью... Практикующий, это нашел с помощью чего искать. Он что-то изо дня в день практикует. Не так вот поговорить на том семинаре, сходить на ту саду, гуляют. Людей много таких. А тот, кто вот нашел, с помощью чего он себя чистит и наполняет, чистит и наполняет. Это практикующие, ищущие, которые вот пока ходят и не нашли, что мое, к чему прилепиться, к чему поверить и вот отдать себя. Ну, а есть еще все остальные. Возвращаемся к разделу. Что такое 50, кроме того, что это вот возраст, которого ты достиг, юбилей и физический возраст? Ну, для каждого свое, да, потому что говорят, зе лоагиль, зе аторгиль. Кто-то нашел, кто-то не нашел. Знаете анекдот про... пианиста. Да. Что ты долбишь-то? А эти вот они все ищут, а я уже нашел. Красивая поговорка, я перевел бы ее, конечно, тоже с удовольствием на русский язык, что это как бы это не возраст, это упражнение. Да, да, дело не в возрасте, а в том, что ты в этом возрасте делаешь с собой. Так вот, вот я взяла два эпиграфа. Кстати, второй раз у нас в студии на передаче рассказывают эту историю про нажатие на... Ну, это популярная байка, да. Так популярная вот, байка. Смыслом существования является рост сознания. То есть, насколько ты хочешь себя осознать и не жить как тело, а жить как душа, которая в этом теле, грубо говоря, ездит, как в машине. Тело, спасибо ему большое, оно позволяет нам осуществляться в этом мире, делать, достигать, реализовывать, в конце концов, чувствовать вкус, запах и все прочее. Но вот понимать, что примат все-таки ведь не тело, вот это оно и есть. Вот об этом и толкую. А второй эпиграф я взяла Гребенщикова, замечательного, блистательного, который год от года молодеет, хорошеет. И вот это и есть человек пробужденный. Он веселый, он светится радостью. Насколько я помню, вот эта вот часть 50, это в основном эссе. Такие не только, не только. Вот я взяла его две строчки. Если ты идешь, мы идем в одну сторону, другой стороны просто нет. Там есть не эссе. Я вот уже когда выпустила книжку, я все не знала, как обозвать эти маленькие штучки прозаические. Но это не байки, не побасенки, не притчи, это не какие-то сюжеты. Это скорее рассуждение о чем-то. Мысли формы. Вот мне пришло в медитации слово «мысли формы». Ну, так пусть и будет названо. Новый жанр я изобрела. Круги на воде. Все это вот или в медитации, или во время, или после сразу приходит. Если не записал, это как сон ушло. Иногда это просто вот из одного слова вырастает. Например, было у меня сейчас «обладать». Слово «обладать». Что такое обладание? В детстве слышала «обладать», как «обглодать». Двойной, достойный перевод с туманного языка взрослых на детский человеческий. Обглодатель золотой медали или уникальной коллекции. Обглодатель докторской степени, выигрыша в лотерею, породистой собаки. Обглодатель... Как насчет собственного супруга и детей? Обглодаем?
На самом деле, вот говорит, мой муж, моя жена, моя. Имя забывают сказать. На самом деле, то, чем думаем, что обладаем, в свою очередь обладает нами, обгладывая нашу волю и энергию, будь то ценная вещь, престижная награда, хранимая тайна или живое существо. Обычные обиходные просто имеют, вожделенным, преувеличенно важным обладают за очень высокую плату собственную жизненную энергию. При этом обглоданными в конце концов оказывается и объект глодания, и сам обглодатель. Не обглодайте и не обглоданы будете, аминь. Это слово. Или же какие-то личность. Личность – это личина, в ней нет ничего по-настоящему значимого. Это защитная маска, которую человек нацепляет на себя в очень раннем возрасте, в столь раннем, что уже не помнит, как она приросла. Скрупулезное ковыряние в личности и ее проблемах при помощи психолога ценно только тем, что может, исчерпав себя, позволить человеку пойти дальше, открыть за тщательно сберегаемой личиной великую пустоту и тишину. Глубинную суть, для которой нет слов. Для того, кто хотя бы раз ощутил, есть только молчаливое узнавание. Это оно. И тогда личность превращается в необязательную лишность. Ну, это непростые вещи. То есть личность – это образ себя. Тут нужно сидеть и вчитываться, да? Конечно. Это хотя эго, идея это очень... образ себя. Всегда ложный, который мы на себя напяливаем. Вот я волевой человек, от меня ждут, что я поступлю так. А текучий человек не знает, как он поступит. Он каждый раз новый, он рождается заново. У него обновляются энергии. У него нет затыка ни на какую тему. Поэтому вот здесь я хочу прочитать «Пустота». Вот такой прекрасный рисунок. Угу. «Пустота – великая праматерь всего и вся». Начало всех начал, приглашение к рождению, корень обновления, зародыш всех возможностей. Боящийся пустоты, убегающий от пустоты, боится себя самого. Боится узнать, что он пуст. Мы все пусты, как сравнивать не с чем. Мало кто может выдержать ощущение своей пустоты. Бросаются наполнять работой, заботами, едой, алкоголем, удовольствиями, обязанностями, связями, информацией, чем угодно. А под этим все равно пустота. Это ни плохо, ни хорошо, это так. Плохо становится, когда, убегая от пустоты, заваливаешь себя так, что уже продохнуть не можешь. Обременительные отношения, ненужные обязательства, лишнее барахло, перегруженная голова. Жизнь становится тяжелой и вязкой, как клей. Зато нет ни единой минутки для встречи с пугающей пустотой. Уф, забаррикадировался. А почему же тогда плохо? Почему все хуже и хуже? Пустота содержит в себе все сущее, всех нас, и все-таки остается пустотой. Когда собираешься с духом, чтобы сдаться и заглянуть в себя, минуя копание в комплексах, обиды, умничания, выкрутасы эго, глубже, глубже, невероятно глубоко, в конце концов встречаешься с великой безмолвной пустотой. И осознаешь, что она вовсе не страшна, напротив, благостна и милосердна. Пустота – это ты сам наедине с собой. Наконец-то, впервые за столько лет, наедине с собой. Теперь можно и родиться, и родить весь мир вокруг себя. Из пустоты откуда же еще? Здорово. Я что хотел еще вас спросить. Вот разделена книга на 30, 40, 50. Ну, предположим, что-то от начала и до 30 имеет свой конец. В 3. Доходит до 40. От 40 до 50 это тоже получается отрезок. А вот от 50 у вас уже получается луч. То есть у него есть начало, но дальше он уходит в бесконечность. Предполагается, что это тоже станет отрезок, и после него появится что-то еще, или это уже от 50 и в вечность? Дальше тишина, как Гамлет сказал. То есть вот эта тишина, пустота, в ней все произрастает, уже не надо ставить никаких границ. Уже только дальше, выше, шире. Да, ну мы любим такие категории, что всего должно быть больше. Иногда может быть хорошо, когда меньше. Ну вот здесь не только, здесь есть тоже и стихи. Ну, наверное, интересна вам проза. Может быть, вот эти пузыречки почитаем, маленькие такие пузырьки плавают.
Там одна страница с этими пузырьками, их там, по-моему, даже больше было. Их несколько. А почему они в пузырьках? Потому что они маленькие. И вот, ну, видите, это вот круги, на круги воде, которые на воде, пузырьки, все это такое зыбкое, оно меняется, оно течет, и не надо высекать это в бронзе. Я имела в виду вот такое. То есть это личные мои какие-то впечатления, мимолетные, глубокие одновременно. Это лично мое, это я так проживаю. Я делюсь с вами, со всеми, кто хочет в это войти. Ну вот... Чужая душа потемки, пока не зажжешь свет в своей собственной. И становятся люди так понятны. Вот приходит человек на коучинг, да, ко мне. Или... Это похоже на афоризм. Вот приходит человек. Так вы так вылетаете из камеры. Я прошу прощения, вот придется рассказывать он... словами. И вот так он садится. Ну, надо ли мне с ним много говорить, его расспрашивать? Да, он думает, что он весь тайный, и сейчас он часа за два мне расскажет свою проблему-то. Или даже садится за фортепиано, кто-то вот приходит, да, я уже много про него знаю, да? Вот это про потемки в своей, в чужой душе. Скажите, на какую аудиторию вы вообще предполагаете рассчитана эта книга? Вот кто ваш читатель? Кто угодно. Не важен возраст. Живой человек. Я ориентируюсь на живых людей не только в книге, а в своей жизни вообще. Человек, который живет, развивается, течет, позволяет себе меняться, позволяет себе открываться, брать себе в голову, в душу, в сердце то, что вчера он не знал, не имел понятия. Ну, это человек думающий, человек ищущий. Человек чувствующий, прежде всего. Вот с думанием очень осторожно. Очень осторожно, у меня там по поводу думания есть, если вы помните, да? Я надеюсь, вы еще в состоянии как бы продолжать беседу говорить. Вопрос, где и как можно с вами связаться, чтобы можно было раздобыть эту книгу? Мы, конечно, дадим все это обязательно в титрах, но было бы здорово, если вы еще рассказали бы. Прежде всего, у меня есть сайт в Израиле, theevacoil. Английскими? Да, английскими буквами. Есть, конечно, Facebook, есть страничка в Instagram. Ею занимаются рекламщики, не я, честно скажу, на все меня не хватает. В Facebook я присутствую, ставлю новые свои стихи, и через Facebook можно и увидеть мой сайт. То есть книги на сегодня есть в доступе, можно с вами связываться, книга можно заказывать? Книга есть у меня, книга есть в магазинчике «Бабель» на Аленбе в Тель-Авиве, книга есть в милом магазинчике «Яра Фиот» в Дизингоф-центр. А львиная доля тиража находится на платформе «Озон» в России. Ее можно заказать с доставкой, это, конечно, гораздо дороже обойдется. Ладно, не нашла я, что у меня мелькнуло. И я бы вас попросил, если можно, найти какое-то стихотворение, которое бы подытожило нашу беседу. Вот есть вот что-то вот такое, что является квинтэссенцией, скажем, книги. Я, наверное, поставил очень сложную задачу без подготовки. Я думаю, что песня о свободе я почитаю. Свобода – великая вещь, внутренняя свобода. Это наше последнее стихотворение, да? Да. Мы, на самом деле, все пользуемся словом «свобода», но все понимают его совершенно по-своему. Здесь три эпиграфа. Это уже из последних стихов, которые писались вот в нашу с вами сейчас ситуацию любимую. Итак, первый эпиграф. «Ни один человек на свете не заставит меня спать в тюрьме». Мигель Сервантес. Помните, говорили, ты можешь меня в тюрьму посадить, но спать меня ты не заставишь. Второй эпиграф. «Не все», — сказал Финдлей. Роберт Бернс. Угу. И третий. «С ума поодиночке сходят, это только гриппом все вместе болеют». Угу. Успенский. Угу. Великий кот Матроскин. Ну что ж, игра пошла крутая. Слова не трать. «Мадонна, матушка святая, ядрёна мать! Права, свободы, счастье, разум, коту под хвост. Пойдешь блевать над унитазом или станешь в рост?» Ни то, ни это. Нетти-нетти. Войне война. Свобод немного есть на свете. Она одна. Умей, когда кругом ищейки, зарыть свой меч и просочиться сквозь ячейки и в щель утечь. Стрелять в солдат, молиться страстно, сжигать мосты. Свобода просто не подвластна. Свобода – ты. Спасибо за внимание.
Ну что ж, все-таки я попрошу вас представиться, чтобы вас люди нашли, вы могли найти в Фейсбуке. Зовут вас Зева и... Зева Нигберг. То есть искать как Зева Нигберг. Неудобная фамилия. Мужнина вообще-то в девичестве я Софер. Сойфер с идишским юдом. Видите, как моя фамилия меня нашла. Оставленная много лет назад. Ну что ж, сегодня у нас в гостях в программе «Кот ученый» была Зева Нигберг. Замечательной книгой, которая называется «Вымыть слона». Я ее прочитал. Сейчас начал читать ее второй раз. Сначала и уже более вдумчиво и глубоко. Возможно, я буду читать ее через страницу, где-то возвращаться назад, потому что она написана небольшими формами, многие из которых могут подойти, ну, совершенно четко именно на твое сегодняшнее настроение. По этой книге можно даже гадать. Здесь много мудрых афоризмов, здесь много искрометных и достаточно резких и хлестких стихов. Здесь есть очень глубокая любовная лирика, очень тонкая, очень искренняя. И поэтому, как бы я, ведущий программы «Кот ученый», литературной программы, в которой мы встречаемся с израильскими авторами, от тебя очень рекомендую обратить внимание на эту книгу, связаться с автором и получить удовольствие от ее прочтения. Всего доброго, Тель-Авив, Арт-Холл Телевижн, программа «Кот ученый», ее ведущий Александр Бенштейн и наш гость Зева. До свидания, до новых встреч!